Маргарита Киселева социальной работе посвятила всю жизнь. Свое призвание нашла в 17 лет. С тех пор к ней за помощью регулярно обращаются люди, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Не могу оставаться равнодушным к проблемам людей. И то, что в моих силах, то, что я могу сделать, я стараюсь делать, помогать людям. За свой вклад в развитие социальной сферы она получила благодарственное письмо Совета депутатов Одинцовского округа. Кроме нее, в День социального работника поздравили и других сотрудников федеральных, региональных и муниципальных структур. Мы сейчас живем не в простое время. Очень непростое. И забот у нас прибавилось с беженцами, и с пандемией. Действительно, каждому можно давать медаль, каждому можно давать награду, и каждого можно назвать героем. В зале более 100 соцработников. Среди них сотрудники Пенсионного фонда России, Центра занятости населения, Фонда социального страхования и других организаций. Всех объединяет желание помогать нуждающимся и делать добрые дела. Это не просто работа, это служение. Это служение людям, это служение жителям, это служение семьям, те, которые оказались в трудной ситуации. Но порой не только в трудной, мы помогаем и многодетным. То есть вот социальная сфера, она на самом деле всеобъемлющая. Этот праздник доказывает, что их работа действительно нужна и ценна, признаются соцработники. Поэтому отметить его вместе с коллегами в дружеской обстановке и зарядиться новыми силами на дальнейшую плодотворную работу очень важно. Эмилия Ареклян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».